С ними глава региона продолжил обсуждение подключения небольших компаний к инженерным сетям. В частности, говорили об упрощении этой процедуры для предприятий малого и среднего бизнеса, а также фиксировании тарифов. Руководитель правления Андрей Муров поддержал эту идею и пообещал рассмотреть возможности решения этого вопроса. Говорили на встрече и о необходимости дополнительных энергетических мощностей в крае. В первую очередь, это строительство новых подстанций в Краснодаре в районе Восточной промзоны. По мнению Кондратьева, создание здесь инфраструктуры даст серьезный толчок развитию промышленности на Кубани.